кто понимает. Полный олимпийский, тысячи фанатов, бизнес-элита, министры и депутаты, звезды спорта, артисты, уважаемые граждане, битва легенд, турнир государственной важности, 9 боев, 18 сильных бойцов. У себя дома нельзя ударить грязь лицом. Миллионы телезрителей по всей стране, Федор Емельяненко, бой впервые в Москве. Победа — это здорово, это прекрасно. Федор настоящий профессионал и мастер, пример физической и духовной силы для России. Емельяненко — очень важный символ. Очень важный символ. Власть об этом знает и сам премьер Путин. Захотел лично рассказать об этом людям, но протяжным гулом ответили трибуны. Эксперты удивились, кто бы мог подумать, почему гудели версии теперь масса. Хотя большинству мы думаем, все ясно, спорт закончился и началась политика, и для нее, видимо, нужны другие зрители. Как говорится, не судят победителей, хотя победа многим кажется неубедительной. У зрителей неприятный остался осадок, на предвыборный пиар народ все меньше падок. Свое честное мнение по этому вопросу высказал наш гость Макс Покровский. Это рэп-инфо, как соус чили острый. А почему свистели? Вопрос философский.